то, что происходит сегодня на государственном телевидении, вы же видите, что происходит. Вранье идет, сплошное вранье. Я, опять же, не хочу упрекнуть журналистов, которые там работают. Они просто задавлены. Вы же знаете, что сегодня устроили реорганизацию государственного телевидения. Если ты неблагонадежен, с тобой контракт не заключают. Что это за дикость? Это же пещерная политика в государстве. Средства массовой информации просто насилуются. Журналисты боятся, они же тоже люди. Когда я на своей шкуре испытал вот это давление и отсутствие всякой возможности иметь вот это окно в мир, я убедился, что телевидение надо иметь и не государственное, и государственное, и коммерческое. И я, будучи президентом, если так случится, никогда не буду зажимать.